Всем привет, с вами Велострана и добро пожаловать на наш короткий обзор велосипеда от компании Schwinn, модель Jasmine 2022. Это детская модель велосипеда для девочек, которая подойдет пользователям на рост от метра до метра 20. Также у этого велосипеда стальная рама, она с комфортной детской геометрией, вилка у велосипеда выполнена из стали, она жесткая. Колеса у велосипеда размерностью 16 дюймов. Они собраны на ободах, которые выполнены из стали, втулки на насыпном подшипнике и резина, которая имеет гладкий протектор для асфальта и ширину 2 125 дюйма. Также у этого велосипеда изначально высокий руль, но можно дополнительно поиграться еще немножко с его регулировкой по высоте, а также, конечно же, по наклону. Седло установлено детской формы, оно с мягкой подкладочкой и регулируется по высоте без помощи ключей. Конечно же, у велосипеда в комплекте идут боковые колесики, они прорезинены, поэтому не будут как-то сильно шуметь. Также закрыта полностью у нас ведущая звезда, что хорошо для детской эксплуатации. Тормоза у велосипеда идут двух типов. Задний тормоз у нас педальками, а передний у нас дополнительный ручной. Ну и, конечно же, присутствуют у нас аксессуары. Это крылья, конечно же, они идут здесь пластиковые, и здесь присутствует у нас корзинка на руле. Если вы хотите примерить этот велосипед под рост ребенка, то, конечно же, приходите в любой из магазинов «Велострана». А также вы всегда можете оформить его на доставку на нашем сайте по всей России.